Вот так вот, всем привет. Заканчиваем сегодня, походу, дело Evil West это, блин. Ой-ой-ой, что такое? Что за у вас тут это, как его? Ковбойские шутки у вас тут. Эй, блядь! Там пулемет. Там пулеметчик точно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Что за движуха сразу началась? Грабление. Так, два сундука, 18 монет. Ты кто там? Так, давай-ка все сломаем. Да-да-да-да, точно пулеметчик, бля. Хапуха, куда деваться-то? Бля. Вот так вот, знаете ли. Ты чё там кривляешься? Очухался, нифига себе. Ты чё, типа, неубиваемый себя корчишь, что ли? Реально корчишь себя неубиваемый. Так, тут какой-то... Чё там рядом было? Ничего рядом не было. Нахрена себе, у вас здесь семья какая огромная, столько белья везет. Так, пулеметчик. А чё ты, опять живой, что ли, пулеметчик? А, бля. Убогая игра. Бля, чё за это? Пулеметчик стоит. А там чё, пусто, да, всё? Ой. Чисто прохожу, чтобы это уже закончить её. Кто-то ведь еще за нее деньги оплатил. Ладно, черт с ним, может кому-то реально нравится игру ли это. Че там? А, вон мне еще в узком. Так, здоровье. Да ладно, вот это сломается, я знаю. Че, их зря что ли туда поставили? Ну, я так и понял. Ой, ты че? Камил, говорит. Че за с камеру? О, блин, я... апперкот у меня пробило все равно. О, блядь, ты чё? Да, бля. О, блин. Кто там? О, блюха, муха. Да. Хорош, блин, выпендриваться. О, 18 левел хапнул. Так, проходится, не знаю, не открылся. Денег 8000 у меня. Получая смертельный урон, не умирайте. Это весело, конечно. Так, мне батарейку хотел, да. Хоба. У меня 5 батареечек теперь. Куча висельников. Ой. Да лезь, лезь, блин. Кто там? Ой-ой-ой. Ну сейчас поезд тут стоит. Вы че, полоумные, что ли? В смысле? Вот же трейн, в смысле. Вы чё бухтите-то? А, опять пулеметчик там. Настолько скучно все здесь происходит. У создателей игры не хватило. Ой-ой-ой. На. Сломал ему хавальник. Туда в шмале. Ух ты, бляха-муха.
О, бля! Башку-то ему расколотил. Так, опять пулеметчик, блин. Ладно. Тут мы так и будем бегать, да? Из угла в угол. Ой, какой-то чертежик непонятный нашел. А, улучшение для пулеметчика. Луч смерти. Нифига себе, что за луч смерти? 10 тысяч. Заряженным электричеством пулями, наносящий повышенный урон и взрывающим врагов, да? Блин, какая-то херня. Так, что можно? Рельсу, пушку мы не будем. Ну ладно, херня-то херня, но ведь, судя по всему, придется ее покупать как раз. Больше ничего лучшего-то и нет. Так, сломай. Угу. Сколько денежек? 8. Все еще 8 тысяч. Да блин. Ты чё творишь-то? Ну ух ты, во сколько? Блять, успел. Невидимость на меня. Ой, не невидимость, слепоту повесить. Давай. Где ты там, блин? Ты еще до сих пор живешь, что ли, блин? Кто там? Ой, устроили здесь, видите ли. Так, ну оттуда я пришел. Везде, блин, шмотки висят в огромных количествах. Что звук-то завис? Что-то там все горит он. Че тухай? Ало. Блин, звук электричества так и завис, блин. Сейчас до конца игры, что ли, будет у меня трещать, потрескивать электричеством, блин. Надо чем-нибудь сбить будет. О! Как туда попасть? А, о, как-то. О, а я чё, типа, промазал, да? Не попасть туда, что ли, типа? Ой-ой-ой-ой-ой. А всё. Назад меня не пустит, да? А. Ну ладно, хорошо, допустим, блин, спустился. Отсюда-то не... не пускает все, в общем. Поздно, в общем, обнаружила чемоданчик. А, не-не-не, можно.
Заряди и забудь. Что такое заряди и забудь, блин? А, вот заряди и забудь. Больше пуль. Вмещается больше пуль, что позволяет вести огонь на 25% дольше. Вот это прикольная штука так-то. Ладно, это будет последняя покупка моя. Так. Страшная музыка. Угу. Не, блин. Да хорош. Тихо, тихо, что-то как-то у меня не задалось. О! Да блин! Я, блин. Ой-ой-ой, не то нажал, блин. Да, бля, попал. Да что ты, а? Ай-яй-яй, как-то все. Давай. Бляха-муха. Да блин, ты чё, сгорел, да? Ой, блин. Что тут происходит? Всё. Хватит меня мучить, блин. Ой. Так, куда идем? Слушайте, а звук до сих пор... Так, давайте пустите меня уже сюда, ребята. Филисти, говорит, я тебя найду, по-моему. Угу. О, писулька. Так, какой-то маньяк. Питер Дебан экспериментирует с древней кровью, формулу призвана ускорить эволюцию своего собратьев за счет расширения потенциала кровопийц в области принятия истинного облика и усиления их способностей. Стал ли Филисти добровольно подобным? Или, может быть, такова была цель ее обращения. Да что звук-то? Эй, вырубите уже звук-то. Хоба, не лезет. Ну ладно. Ага, взрывать надо. Так, вот мы зашли в банк.
Так, что у нас по этому? Блин, хорош, вниз-то отмотай. Так, один сундук остался, 4 монеты. Ты не хватает 9 монет, блин. О, деньги, молодец. Ой, до сих пор эта фигня. Давай монстров. Чё, куда идем-то? А, понятно. Блин. Нифига себе. А, еще третья осталась. Ух ты, нахрен. А, скотина, опять ты приперся. Ой. Что-то вас много, ребята. Не считаете так? Хорош. Хорош, блин. Ты чё никак не кончишься-то? Хорошо этому ты... Бля. Ха, блин. Ай, поймал. Кусается. Чё? О. Ой. Режется еще, а? Так, чуть-чуть после каждого пятого использования добивание перчаткой. Ну ладно, давай. Так, что у нас по деньгам? Дюн-дюн-дюн-дюн, опять нам две денежки и чему нам дам еще. А, так все можно же прокачивать, да? Да, 13 тысяч. Все. Теперь у меня электрический он стал. Питер Дебана и его дочь Фелисити. Угу. А что дисгастинг-то? Портрет-то нормальный? Это вот потом... Они стали какими-то там боёшками. Так, деньги я, по ходу дела, все нашел.
Ой. Ну где остался чемодан? Чемодан мы уже не найдем, да? Ой. О. Залазим в какое-то подземелье, блин, а на заднем плане все пищит и пищит эта херня. Обама? Какого? Так. Если звук сейчас опять не пропадет, этого пищали, я перезагружусь, блин. Пошел разбираться, блин. Правда думали, что она будет ждать вас? Питер это говорит, да? Мы все видели вас глазами вашего отца. Вы не имеете для него особого значения. Ну, где она, говорит? Уильям считал вас цепным псом, пытался удержать вас на поводке, но не сумел приручить. Он не смог понять, что вам движет не гнев, а страх. Вы знали, что не можете действовать без напутствия отца. Вы лишь маленький испуганный мальчик, боишься перемен. Ну давай, сдавайся. Мы на шаг впереди. Ты уж бошку бы эту сломал давным-давно, кстати. Ну, я знаю, вы точите клык на президента, хотите обратить его. Ну, это еще бухать будет, но самое время. Прикрыл вашу ферму и остановил чуму, ваших уродцев не хватит, чтобы прорваться в Белый дом. Че, подожжет типа что ли? Ни хрена у них там виски все время горит. Че она задумала? Честерфилдская опера, там премьера, будет президент один, почти без охраны. Ну. А че он орет, то он думает, что этот потушит, что ли? Я думаю, вряд ли он потушит. А вы драны. Ничего не меняет. Вашингтон слишком далеко. Не успеешь. Блять, опять с этой башкой поперся. Так, Цепелин пролетел опять. В этот раз падать не будет он, да? Так, опера наверняка забита уродцами, на счету каждая пуля, будьте начеку, они не должны добраться до президента. Lock and load. А, последняя миссия уже, да, грандиозный финал. Опять здесь кровища какие-то. Ой-ой-ой, такие крутые приперлись, всех раскидали, типа, да? Ну, куча напутствующих тупых слов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да-да-да, крутая-крутая. Эй, чушь такая. Добраться до сцены. Вы чё там, опять толпы, да?
Ну и блин. Да хорош. Блин. Да блин. Да блин. Да что такое-то? Блин. В стенку ударил. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, двое. Трое. Ух ты. Так, кого там в жизни поменьше?
Так, 20 левел. Какие мани, блин, тут что-то такие рубило. Так. Да пофигу, да. Ай, нет, 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 нет. Во. Типа один раз умереть можем. Так, что по деньгам, кстати? 5000. Угу, что-то дикие крики какие-то тут у вас. Так, что здесь? Где? Блин, двое. О, этого надо сломать. Уй-уй, попался. Да е. Ой-ой-ой. Да блин. Чё там? Дебилы, блин, всё подожгли. Так, сколько здесь денег? Все деньги. А, больше не будет. Так, и что мы можем на 6500 сделать? На 6500. Ладно, в чём? Все. Так, что это, мультик, что ли? А не боится, что крыша обвалится? Все-таки пожар. Так, Филистит что-то там ржет.
Угу. Зришь начало перемен. Президент к нам присоединится, поделится своими тайми. Дурында, блин, полоумная, истеричная. Ой-ой-ой, нифига себе. Нихера, говорит, такой. Пыталась дать тебе понять, что построить будущее, надо уничтожить прошлое. Так, амбиции твои лишили меня всего. Бортил меня против меня моего отца. Так, такая судьба хуже смерти. Сейчас тебя, говорит, убивать будем. Сейчас превратиться в бабаёшку. Угу. Ну, это понятно, как бы. Ух ты, нифига быстрая. Ой, блядь. Ух ты, блядь. Ты чё какая? Быстрая, быстрая. Ух ты, блин. Бля, страшная. Блин. Ух ты, бля. Вот это да, монстр. Ух, бля, страшная. Так. Ни хрена себе. Ты и так не подарок был, а ты чё? О, блин. Блин. Ух. Ни хрена себе! О, блядь! Тихо, тихо! Ай, я сейчас так сдохну, блядь! Фью. О, блёха-буха, я тут сейчас горю. О, блёха-муха, бля, да пипец. Ой. Да-да-да, умеешь. А, блин, динамит. О! Ты чё полуумная, бляха-муха, ты чё полуумная носишься-то? Ой, блин. Так. Так, она ещё страшнее стала. Мамочки. Мамочки. Да.
Так. Чё ты? Да блин. Ой. Ты чё, дурочка? Ой. Ты чё? Давай добей, блин. Просто в бурдак настучал. Смешно аж. Что так тупо получилось, смешно, в смысле. Ладно, разворотила ее. Ну, этих нахер тушить завалило, в общем. Ой, маленькая девочка лежит. Я, говорит, не хотела, само так получилось. Ну, это сразу начал хвалить, который орал. Я думал, он превратится в какую-нибудь бабаёшку, ему придется нос сломать. В общем, опять чушь какую-то там. Да-да-да. This man continuously abused his position of power for personal gain. His poor decisions jeopardized the whole country. А, это что, президент, что ли, такой, да? Настучало на него, в общем. В тюрьму, говорит, его посадите. Ладно, хрен с ним, говорит. Первый раз тебя тетка вижу, поверю тебе на слово, посадим моего помощника, грубо говоря. Сразу. Так. Батяню твою знал. В общем, это, спалили театр, куча вампиров бегали. Огромный монстр скакал, и они тут начинают выяснять отношения, кто кого знал, кто там хороший, кто плохой, офигеть. В Капитоле, говорит, иди работать. Ой, вернем вам, говорит, этот институт сраный. Ладно, ладно. Ладно, хорошо, институт-то вернули. Батю теперь нет. Кто теперь там бумажкой там будешь заниматься? Если ты не хочешь. Да. У нас теперь. У нас, говорит, первый раз ни хера ничего не получилось, говорит, а сейчас-то точно получится, ну. Карт-бланш, говорит, вам. Ставьте, говорит, опыты на людях там, все дела. Коррупцией занимайтесь. Все, конец игры, да? Что могу сказать? Не покупайте эту игру, она дебильная. А, вот так вот, да? Ну ладно, хорошо, показывайте титры и все. Всем пока-пока. Memories are gone, but at least we're not sad. And I need to rest a little. It's the second time I die, but it's different with you. I was humble and shy, so I didn't make it through. Just hope you had a blast playing cat and mouse with me. You broke the last mirage, so there's nothing more to see. Right.
rest a little. And I